Хей, йоу, гайс, с вами Шумики, мы продолжаем проводить Outlast. Мы сбежали с чертовой канализации, теперь мы вообще какому-то психу попались. С огромными ножницами, он нам отсек два пальца, не знаю, они тут есть. Зато тут есть муравьишки. Муравьи, которые летают в воздухе. Полетный муравей, как говорится. Или это не муравей? По идее, это муравей, да? Да, это муравей. Ладненько, давайте выбираться отсюда. Кто там? Есть там кто? Подойди. Я не пациент. Я администратор. Как он? Как Трагер. Но его лечили. Он слишком жив. Его сны переполнены кошмарами Верники. Лекарство слишком уж подействовало. Они не удержали его под контролем. И ты не сможешь. Никто. Никто. Никто! Он найдет тебя и убьет. Он уже идет сюда. Трагер! Трагер! Я понимаю, в чем дело. Вам скучно. Хочется немного внимания. Это вполне объяснимо. Именно поэтому я здесь, чтобы дать вам особое внимание. Так, ну, я думаю, он не против, если я пока тут... Нужен ключ? Ладно. Без паники. Мы найдем этот ключ. Ага, тут можно спрятаться. Хорошо, здесь мы спрячемся, если что, мы быстро побежим. Надеюсь, он дверь не закроет. В лифт. Так. Эй, дружище. Ты что делаешь? Я бегу. Я спрятался. Но он видел, что я сюда побежал. Подожди, а что мне нужно было тогда сделать? Да, надо было сперва эту ногу. Непрофессионально. Как ты выбрался? Надо что-то делать с этими сухожилиями. Блин, я не успеваю, поймать, он успевает обернуться. Эй, никто не любит очков. Звук ножниц еще чик-чик. По факту я могу его обдурить. Заставить побежать в ту комнату, где... Это все бюрократы с их корпоративными праздниками и золотыми парашютами. А где же выжившие?
должен выигрывать, а кто-то проигрывает. Что? Запишу это все. Только тронь меня! Нет, клянусь, ёбаному боже! Поищи я не обязан с ним! Своим разумом! А не пытайся! Только рискни, сука! Я отказал так! Чё? Ублюдок! Нет, 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 нет! Тут нету выхода. Тут нету выхода. Куда я зашел? Да, надо было сперва эту ногу отрезать. Непрофессионально как-то. Тихо. Пускай он уходит. Так, мне бы батареечки. Как бы мне узнать, ушел он или нет? Просто лишний раз, понимаете, не хочется влазить. Вы его слышите? Я услышал. Не успел. Он меня не видел. Бля. А там вообще закрыто, я вижу. Так, тихо, тихо, не пугаемся. Он только просто сзади бежит меня и все. Хочу предложить тебе поработать со мной. Нет. Мы не поработаем с тобой. Мне понять, блядь, хотя бы, что мне толкать. А, все, я понял. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Закончили. Да, закончили, приятель. Сори.
Я выбираюсь отсюда нахер. Ух ты ж, ё-моё. Это стремновато, ребят. Батареечки можно? О, ДОСи. Странно, что я там ни одного ДОСи не нашел. Так, прошение о переводе. Дэвид Анапурна. Это третий про... Так. Прошение о переводе, которое я направляю после того, как не получил ответ на протяжении 2 месяцев. Я больше не хочу работать в Mount Massive. Я был санитаром всю свою жизнь, но никогда не сталкивался с подобным уровнем засекреченности и... пренебрежение. У меня даже есть подозрение на серьезные злоупотребления в отношении некоторых пациентов. Я лично знаю 2, которые переместили в подвальное отделение. С тех пор их больше никто не видел. Если я не получу ответ и на это письмо, то буду вынужден служить, так, сложить себя полномочия и, возможно, выйти на связь с представителями прессы. Спасибо, что уделили мне внимание. Дэвид Анупарна. И он, походу, остался здесь, в клинике, в виде пациента. Готово, да? Короче, ребята, я буду перезаходить, наверное, в игру. Куда у нас с вами? Чем подвох? Чем подвох? Дверь только одна. Тут довольно светло. Блин, мне бы серьезно этих. Ну тут встать вот так, типа тебя не видно. Ладно, идемте. Ключ. Я понял. Сейчас будем что-то, ребят. Блин, я мог хотя бы в двери забежать туда. Нормально, нормально. У нас есть ключ от лифта, все. Все, что нам нужно. Хотя, блин, нужно было туда в угол спрятаться, ладно, я тупанул. Мне вот интересно. Если я сейчас вылезу. Давайте я выгляжу теперь. Чик-чик-чик-чик-чик. Если бы он хотя бы характерные звуки издавал. А он же ни хера не издает, понимаете? Это что за дверь? Что это за дверь? Подожди, я тут был? Пойди, блин. А, это туалет.
Так, хорошо. Я понял. Мы тут... Были? Не были? Где он сейчас ходит? Окей. Мы спаслись. Я от тебя не отстану. Привет. Так, тихо, вали. Надо что-то нажимать. Бля, приятель, из-за тебя лифт теперь не опустится. О, там выход. Так, это я сейчас в ветряную систему, да, полезу? Как я понимаю. Мы на втором этаже. Только 17 минут прошло. Ну, блин, ну смотрите, сейчас, когда мне более не страшно, да, я как бы осознал, просто мне сегодня... душевное расстройство было 17 февраля. Да. А я в своем мирке... Страшно, мирке. Мне страшно. Действительно страшно. Ну ладно, нам. А, подожди, так я сразу спускаюсь на первый этаж. Неплохо. Я иду сразу к выходу. А, вдруг это вообще не выход? Вот батарейка, это хорошо. Пожить можно. Ну, мне кажется, мне уже ничего так сильно не напухает, потому что я в виде готов. Хотя тут еще батюшки не было. Нахера вы сохраняете меня здесь? Если туда, если что, туда бежим. Плохое у меня самочувствие. Мне, знаете, какой сейчас вариант? Одно из двух, что сейчас будет. Если там прохода нету. Там прохода нету. А, либо отсюда кто-то вырвется, и отсюда. Но мне нужно будет сейчас... А, там есть проход, ладно. Слава богу, ты выжил. Я уже боялся, эти мерзкие маньяки испортят тебя, как остальных. Встретимся снаружи. Мы уже закрылись. Ну ладно. Моя опасность. То, что оттуда кто-то будет бежать. Нарушила. Я здесь пытаюсь найти батарейки, ребят.
Вот, допустим, фотоаппарат. Где батарейка? И тут конечности горят. Нашего тела не отображается. Ну ладно. Если что, в туалете там проход невидимый есть, там туда спрячемся. Так, здесь можно кругаля навернуть. И тут можно много куда спрятаться. Это плохо. А, здесь тупик. Но тут есть данные. Документы. Обвинительный бред. Кому? Угу. Мистер Уолш. Будьте добры немедленно освободить от должности санитара папапам Дэвид Анапурно и приступить к его лечению в качестве пациента. Мод Мэссив. С целью избавления от обвинительного бреда. Терапию следует продолжать до момента его смерти. Спасибо, приятель. Рик Трагер. Научное исследование Мерков. Прикольно у них тут. Ну, типа, с одной стороны, да, типа, очень секретно, и каждый эксперимент, но... Почему ты заметки не делаешь? Или я должен только чисто кровавые эти искать? Надписи. Так, что у нас там? Приятель висит. Вот что там. Почему нет? Залезть сюда. А хотя можно... Я понял. Так, тут не спрячешься, тут видно. О, батарейка. Спасибо. Блин, вот странно, да? Вот типа больница, должно быть довольно очень много батареек, но их вообще тут почти нету. Так, у нас там коптильня. Ассасин! Ассасин! Надо было все спалить. Дотла. Мерков так много у нас отняли. Превратили нас в чудовищ. Ведь никому не было дела до горстки лунатиков. Так пусть полыхает. Горит вся эта чертова хрень. Вали. Если хочешь жить, можешь выйти через кухню. А, как туда пройти, вопрос? А, понял. Да, тел тут много. Мне не нравится здесь контр и вставание, то есть... Он это как-то... не свободно делает. Почему он не может бежать? Типа огонь, да, в глаза. Хотя да, там тепло жесткое. Окно, забитые двери. Так, и там есть проход. Очередные документы. Расстройство вызвано средством от соседства с душебольными. Что-то увидел? Не молчи. Нет, ничего постыдного так, в факте расстройства, вызванного стрессом от соседства с душенабольным РВССД.
обратитесь к страшным сотрудникам. Так, обратитесь к старшим сотрудникам, чтобы получить помощь консультанта по карьере корпорации Мерков. То есть и сами врачи уже начали галлюцинировать. Я не поверю, что... Вот, снова, вот. Где? Где батарейки? Радио есть, батарейки нету. Фотоаппарат есть, батарейки нету. Не верю. Я не верю. Так, это какие-то шахты. Очередное сохранение. А в чем прикол? Типа я нажму кнопку, окей. А, откройте две заслонки. Хорошо. Опять от кого-то бегать. Ну смотрите, здесь все линейно, то есть здесь никуда ты так не убежишь. Наш друг Крис. По факту херовая идея туда идти. Лучше вы тут в тени спрятаться, если тут, конечно, тень. Я местности не знаю, ребят. Лево, 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 право, лево. Извини. Извини, примат. А, я в тупик забежал, а нет. Нет, куда ты лезешь? Блядой совсем. Подожди, до тебя очередь дойдет. Ты купаешь парня? Вот животик. Ручки. Все трещинки, пока не найдете эту парочку. Я знаю, детки. Дурной парень. Там прикольно, если он сейчас за мной побежит. Смотрим на его реакцию. Не жалуйтесь, нам нужно вымыть все подряд. Кто ладно. У нас тут такой чистенький? Кто чистенький? Да, да, да. Так, что мне делать с свином мужиком? Одну я заслонку сделал. Мне бы по прямой пробежать, как я понимаю. Он сразу уходит, мы идем за ним. Я понял, он может достать. Это херово. Вали! Давай теряй меня быстрее, серия должна уже закончиться.
куда мне хотя бы идти? Я сюда забежал, чтобы я тут и остался. Блять, ни одной заслонки, сука. Куда мне идти? Куда мне идти? Ну слушайте, как-никак, но стелс здесь все равно рабочий. Как бы то ни было. Так, он заходит в ту кабину, да? Так, а мы туда же добежали, тогда правильно. Просто бегу, я не оборачиваюсь. Мне плевать, я слышу его цепи. Он близко! Пошел вон, 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 вон. Понимаете, дело в том, что он... Говорю, он охраняет то, что, куда я хочу пойти. Он остерегает это, он не выпускает. То есть игра специально сделана так, чтобы держать нас постоянно в напряжении, типа у-у-у. И она это делает. Она держит меня в напряжении. Ну смотрите, он получается, видите, идет, идет. О, батарейка, найс. Найс. Мне по-любому туда идти. Дальше там есть проход. Там тупик, походу. Но он, по идее, может у меня завалить 2000, да, наверное? Это вот так надо оставить, чтобы я видел.
Так, ладно. Тут под столом хотя бы можно спрятаться. Что то за дверь? Я прячусь под столом. Мне нужно траекторию узнать. Жестко. Ну а теперь видите, чисто здесь ходит так, типа. О, посмотри, я типа ухожу куда-то, но я не ухожу. То что я знаю, что ты здесь. Так, ну я думаю, это хороший самый вариант. Я думаю. Типа я могу спрятаться за этот. А я успею? Лучше не рисковать, да? Подожди, а свет сюда падает. Меня заметят. Мне нужно узнать радиус, как где он. Если он заходит туда, я сразу выхожу и бегу. Только не сюда, пожалуйста. Только не сюда. Так он остановился и думает. Валять сюда. А что мне нужно? Мне... А вентиль от чего? Вот если он меня запалит здесь, это будет нереалистично. Я паникую вместе со своим челом. Где он шастает? Я просто... Он, понимаете, я не пойму, он быстрее меня бегает? Типа своими размерами, но он... Идет. Нереалистично, если он меня сейчас заметит. Будет нереалистично. Сука, им я кажется... Ой, бля, я понял, где он. Он теперь типа там будет ходить, да? Понял, все. Не палимся. Как он не слышит наше дыхание? Допустим, дыхание. Ну да, ведь типа я вышел с одной секции, он ходит теперь по другой секции, чисто.
А сейчас будем думать. Он зашел внутрь? Да, он внутри был. По факту его цепи должны быть громче, чем я. Как стекло, я помню. Сейчас идем, вращаем сраный вентиль. А где он? А вон он. Где я нахожусь? Я понял, где я нахожусь. Стоп, это то место? О, я заблудился. Так, это кухня, где чел был с прожаркой. Типа мне идти по тому же маршруту, как мы сюда пришли, да? На кухне нифига нету? Походу нет. Так, что у нас по... Ой! Ты дурак? Я двери закрыл. Окей, давай. Заметки пальцем. Я это уже говорил, но к черту это место. У меня... Еще осталось несколько пальцев. Так, ладно, здесь не спрятаться. Что здесь может быть? Что? Ничего. Я могу спрыгнуть, как вариант. Ну, я, наверное, на этом закончу, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.